Представители дорожных ведомств и главы районов сегодня также держали ответ перед городскими властями за работу по борьбе с борщевиком Сосновского. Ядовитое растение должно исчезнуть с городских территорий. Этого хочет глава администрации. А вот как исполняют его требования, узнавал Дмитрий Ждарчук. Протравили, башку отрубили, без разницы этого растения. Так глава администрации города Александр Перескоков о вредоносном борщевике отзывается. На очередной оперативке с главами районов еще раз напомнил. На территории Кирова этого растения быть не должно. Пришло время дать ему отпор. Главное успеть до того, как борщевик зацветет, и семена его опять разлетятся повсюду. Найти ядовитое растение в Кирове не проблема. Вот, к примеру, молодая поросль борщевика распустила листья прямо под окнами одного из домов по улице Красина. Тут же пешеходная дорожка, а очередной кустарник буквально в нескольких метрах отсюда. А чуть дальше, возле дома на Сурикова 33, почти джунгли. Борщевик здесь явно растет уже давно. Местные жители об опасном растении знают. Эта проблема, говорят, регионального масштаба. Но в городе, считают некоторые, с переменным успехом борьба с борщевиком все же ведется. Выкашивают вообще. Кто выкашивает? Да нет, тут выкашено. Если по Городской, то по дороге в гости. Так там борщевик полностью все захламил. Вокруг дороги все, хоть бы, думаю, выкосили. Можно косить, а можно травить. В борьбе с борщевиком все средства хороши, напомнил Перескоков на оперативке с главами районов. Будет сделано, отчитались последние. Однако они все рубят растения на корню. К примеру, в Навязском районе, наоборот, ждут, когда подрастет борщевик Сосновского. Там его травят спецрастворами. Для того, чтобы его 100% уничтожить, его надо, чтобы он вырос метров 80. Для этого более качественно, то есть мы провели. Значит, заезжаешь вот даже Татарстан, граница, да, только так вот черта прошла, и там не увидел ни одного. Так вот я к чему говорю, хоть травите, хоть ножницами средите, мне не волнует. Сегодня борщевик Сосновского произрастает на территории 150 гектаров городской земли. Это минимум, поскольку речь только о землях вдоль городских трасс. Задача – уничтожить его в ближайшее время. Через неделю или чуть больше глава администрации пообещал выехать с проверкой. Дмитрий Шитарчук, Даниил Кочкин, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давеча».